Еще один важный документ, направленный на поддержку самих банков, подписан главой правительства. Об этом Дмитрий Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами. Помощь будет оказана также через агентство по страхованию вкладов. Речь идет о докапитализации АСВ на 1 000 000 000 000 рублей. Средства будут переданы банкам в виде облигаций. Распределение триллиона между кредитно-финансовыми организациями согласуют к середине января. По словам премьера, принятое решение призвано защитить банковскую систему от повышенных рисков. Это сделано для того, чтобы повысить капитализацию российских банков и тем самым укрепить стабильность банковской системы, увеличить объемы кредитования банками реального сектора, то есть производства, сельского хозяйства, защитить, конечно, интересы вкладчиков, в целом поддержать, еще раз говорю, устойчивость самой финансовой системы. Эти денежные средства должны пойти в те банки, которые работают успешно, и те, которые готовы увеличивать кредитный портфель по тем секторам экономики, которые являются для правительства наиболее важными. Правильно, что вы подчеркиваете, это не просто, чтобы банки себя хорошо чувствовали, хотя это тоже очень важно для экономики, но это прежде всего для поддержки самой экономики.